Привет, почему так много себя рекламируешь? Здрасте, вы зашли ко мне на страницу. Идите на другую, там не будет меня. Здесь, к вашему сожалению, только я. Так, делаем упражнение. Важно распрямлять в конце, чтобы мышцы растягивались. Можно делать поочередно или одновременно. Следующий подход будет я собрала все. Все, поехали, следующий. Смотрите, у меня тут второй уровень на корсете.
корсет, да, смотрите, как утягивает. Честно говоря, я даже не знаю, сколько сейчас сантиметров у меня талия. Это ощущение, что 40. Не знаю, утягивает, наверное, сантиметров до 55. Ух, тяжело. Я сегодня со штативом пришла, могу записать тренировку. Хочется сделать всегда очень красивое такое доброе видео. На самом деле тренироваться очень сильно. Очень. У меня уже болят все руки. Так, последний подход на бицепс. И переходим с вами на другой тренажер. Уже болят все руки. Что дает корсет? Корсет уменьшает талию. И когда я занимаюсь, мышцы пресса не напрягаются из спины. И талия не увеличивается. Самое главное на тренировке для меня, для того, чтобы сохранить талию, это не напрягать косые мышцы пресса. Ну вот они и не напрягаются, они плотно зафиксированы. Так, поехали. Напишите мне, про что сегодня записать. Мне кажется, честно говоря, что мне не нужно тренировки, чтобы записывать что-то. Потому что мои руки уже трясутся. У меня, наверное, виснет, да? Смотрите, эти маленькие бицепс появились. Так, все, я перехожу на другой тренажер. Вас брать, наверное, не буду. Ужас, болят руки, я даже не могу зарядку соединить. Как убрать целлюлит? Целлюлит не знаю. Вот целлюлита у меня никогда не было. Так, ладно. Мне не совсем удобно, но чуть-чуть вышло, хватит.
постараюсь записать сегодня что-то полезное. Маленькие бицепсы появились. И маленький плесик. И вот где счастье. А не шоколадки. Давайте я тоже повторно не буду, показываю, как снимается. В обычном состоянии, видите, он застегивается. Может потянуть живот и застегнуть до всех пуговиц. Все. Ушла.